По некоторым данным, украинская радикальная группировка «Правый сектор» блокировала несколько заправок, заявив, что топливо необходимо украинской армии. В Ивано-Франковске радикалами захвачены несколько заправочных станций российской компании «Лукойл». Британский журналист Нил Кларк заявляет, что Киев использует ультраправую группировку для выполнения грязной работы. Правый сектор нужен властям Украины для выполнения работы, которую они опасаются делать самостоятельно, например, блокировать заправки. Думаю, правительство ведет игру в двух полицейских, хорошего и плохого. Хотя назвать руководство страны хорошим полицейским сложно. Правый сектор необходим Киеву как раз для такой деятельности. На Украине заканчиваются топливо и другие запасы, поэтому властям выгодно, что автозаправки блокируют не они, а правый сектор. Правительство не собирается контролировать этих людей. Нынешнее руководство страны пришло к власти при помощи правого сектора и нуждается в нем до сих пор.